здоровья, скажем. Миш. Чё как здоровье? Вечно спросишь то, что нету. А он сейчас здоровье, дыши не дыши, все равно на живого не похожий. Мне знаешь, сколько лет-то? О, старый я, чтобы не пужать никого. Я мамонта, как тебе видал. Ну что вот сразу, вот никому не врал, тебе давай врать. Вот нашелся какой. Говорю, мамонта, значит, мамонта настоящего с рогами. Ну, почему на голове? В роту? Три льда. Но все коренные. Я же кошку не запрягаю, из дудки не стреляю и против ветру не вру. Говорю, мамонта, значит, мамонта. Это для вас сейчас дикость, ага. Увидали мамонта, все деревни выбежали. Ой, мамонта идет. А мы-то в нашу юность, молодость, мы их только тут. Ты что ты? Хрен сосчиташ. А считать не умели, потому что. А дикие были же. Эти практикантропы. Не умели считать. До двух только разница. Когда охотились, бывало, на охоте два раза дубины, как хряснешь ему между глазом. Брык прямо это на дороге упадет, бывало, этот мамонт. Ой, лежит, шупальцами только бьет, пыль подымай. Ну, как шупальцами? Хоботом. Хоботом, конечно. Ну, чем еще столь пыли подымешь? Не этим же. И хвостом. Ой, только сиди на пельмени сего лепи. Ай, пельмени с его здоровые получались. О, да вкусные. Бывало, с охоты придешь, в пещеру постучися, мамонт ты его окошку покажешь. Ох, они рады. Месяц целый пируют, жарят, парят, дрищ. Не, я говорю, че? Ну, че бабы, бабы? Размножались, конечно. Это не вы же сейчас сидите телевизор, смотрите только под стеклом. Мы же делом занимались, понимаете? Ба. Если бы не мы, тогда откуда вам сейчас взять население? В пятером бы аукали, сейчас по лесам ходили бы, если бы мы сверх плану не рожались-то. А этих скорой помощи не ездили ж тогда? Нет, все сами, Миша, все, сынок, сами. Ой, одна рожат, друга складывает. Пацаны направо, девки налево. На охоту ушел, вернулся, на каждую титьку по пятеро. Да дров вышел наколоть, вернулся, еще четыре. Одни пешат, другие прыгают, третьи курить начали. Да ну, мамонтов не натаскайся кормить-то всех. А я же был, кстати, не просто этот самый... Ну, соплеменник-то, я же был вождь. У меня жен, знаешь, сколько было? Кольца некуда было одевать. 22 кольца, одно без дела в комоде лежало. Ну ты чё? Ну, бывало, со всеми с ними в раз отдохнешь, как они потом все в раз родят. Ужас! В смысле благодать. Без дела не сидели. Ты что, мамонтов извели? Значит, детей народили вон сколько, на один Китай глянь только. Мы же еще и думали о чем-то, мы же придумали алфавит, порох, пиво, значит, брагу, бумагу, водку, колесо и стакан. Стакан вещь-то что незаменимо, сразу видать кому сколь. Раньше все попало нальют, никто не знает сколь. А, чё говоришь? Ну ты в это ухо говори мне. Ну здесь это самое. Пуля, громче говори, здесь пуля в ухе. Откуда, откуда, с войны откуда? Ты вон какой был маленький, когда я уже с финнами воевал в Вьетнаме. У меня медалей, знаешь, сколько? Да если все в раз одену, земля не держит. Только на лыжах. И этот еще, кстати, Суворов, Михаил Кутузович, в
бывало, встретимся с ним в другой раз на дискотеке. Он говорит, откуда у тебя, говорит, товарищ старший гусар, столько медалей? Всем же поровну начисляли. Ну, за всем следил, хорошо, боже. Да. Че говоришь? Вот ты сюда скажи тогда, это ухо больше, чем тата. Не, они слышат одинаково, понимают по-разному. Это я на рыбалке приморозила блёд. Да почему сразу выпивши-то? Да кто ж тебе зимой на рыбалке пить-то будет? Ты сам подумал, что сказал-то. Пьян. Это же дело, понимаешь, непростое рыбу-то ловить динамитом. Нет, перед рыбалкой выпили, конечно. А мы же не знали, что будем рыбать. Мы же просто костер развели на льду, чтобы погреться из ящиков. Серега первый просчитал-то на ящик, первый убежал вон из куда, и оттуда уж кричит, ложись. Ну мы легли, тут-то я просчитал. Динамит, хана, стелите гроб, я спать пришел. Кто играет с динамитом, тот домой придет убитым. О, стихи прут, надо же. Да не, я еще Сереге Кривому, он тогда еще прямой был. Я ему что хотел сказать. Откуда что ли взялось-то? Пустые же ящики были-то. Это же нас сейчас троих мушкетеров, семерых гномов и сделают. Это же этот ледоход будет пополам с рыбой. Это с каких таких яиц нам такая радость вылупила? Ты чего дурак так долго говорил? Лучше бы на корячках отполз будет. Ой, как она шваркнула. Как она, Мишечка, ты мой, хренанула. Да как меня вверх кармашками подбросила, да сплюшила всего. Ой, чуть форму содержания мне заморала. Да прям сосверху обеими полушариями облет-то как чакнулся. Ой, матерь Божья, на кого похожа я? Губы рваны, нос толченый, брюки нахрен промочены. Ножки гнуты, жопки пнуты, крылья валенки обуты. На дворе трава, на траве дрова, на дровях бровям драные братва. Ого! Тихий прут и прут, не надо. Да нет, сильно не покалечило. Так из ненужного подрывало кое-что. Борода пострадала, жалко, конечно. Хорошая была, новая. Ну, в смысле, длинная. От отца осталась. Ну, в смысле, у него такая же была. Так слушай, после этой всей рыбалки-то, я же в больницу загремел. А там доктора все в отпуску, а эта медсестра не понимает ни хрена. Она прям мне с порогу в лоб прям говорит, не понимаю ни хрена, то ли живой, то ли мертвый. Я говорю, да ты что? Если бы я был мертвый, разве бы я тебя сшипал? Ну, сам сшипал ее за мясо, ну, чтобы узнать, живой я или нет. Она в крик, а там в соседней-то палате за стеночкой участковый лежал, голый. Дружили они с ним организмами. Да как забежал сюда, да как свистнул мне прям в свисток-то в свой. Ой, я с этой скаталки-то бряк прям на весы, смотрю, 64 кило. А где еще 22, сволочь? И он мне щупальцами как, а? Че? Ну говори сюда тогда, здесь это, ваты меньше. Ну ты же окна на зиму затыкаешь ватой-то. Ну, а я и окна, и ухи, чтоб ни в те, ни в другие не дуло. О, чтоб сопливая простуда ни туда и ни оттуда. Стихи, руки, руки. Ладно, ну тебя к черту, пойду я. Она у меня там не кормлена стоит в сарае. Кто-кто? Старуха моя, кто? Да ну пошла козе дать и дверь заклинула. Я отсюда тяну-тяну не могу, и она оттуда бьется-бьется. Как голубь старый. Все крылья погнула себе. Я пошел за Серегой, за кузнецом, чтоб подмахнул, и ты мне тут заболтал посередине дела, понимаешь? Ходишь тут лишь бы у людей время дымать. Артист, хоть прятайся от тебя. Слушай, а... пока она в запертях, может, порадуемся сегодня? У меня 3 литра осталось. Хорошее. На кедровых орехах. Правда, с мышиным пополам. Не будешь? Ну, правильно, не каждый день нам с тобой с крыльца падать. А с кем я упал? Не с тобой разве?
Ну, надо что-то делать, Миша. Или еду гнать послабже, или крыльцо пониже сделать. Да ну, как упаду, не помню, с кем. Ладно, Серега-то откроет, он здоровый, ты что, он... У него рубаха, видал, какая? Если не застегнуть на твою машину, как раз. Спортсмен, он одним пальцем на пианине 4 клавиши жмет. Открой, что ему? Обалдует. Да, сколько я тебя не увижу, то полгода. Год? Ничего себе. Нет, я говорю, ничего себе, слышь, грохотает она как. Грустно ей там, конечно, с козой. Об чем себе говорить, об козлах, что ли? Я каждый день перед глазами, что пробую? Да. О, видишь, тише стало уже, так, чисто из чувства ритма стучит уже. Ну ладно, приезжай. Рады будем. Может быть. Приезжай сразу к нам, иди, не слушай никого. Тут наговорят, что попало, ты потом переживаешь. Тоже. Мы же с мужиками тебя... Ну как, ну... Мужчинам не говорят такие слова. В общем, ты там не думай про нас.